Я хотел бы посвятить сегодняшнюю программу такому странному, так сказать, не какой-то персонали одной отдельной, а такому вообще странному и прекрасному племени, может быть, самому прекрасному вообще, так сказать, о сообществу людей, которое встретилось мне в жизни. А вы мне можете верить, потому что жизнь уже вот во многом она прошла. Вот. И ничего прекраснее этого сообщества в жизни я не видел. Это сообщество талантливых людей. Мы часто забываем слово «талант». Мы готовы употреблять любые другие слова. «Чудесный профессионал». Там, ну, это множество слов. Но в основе всей нашей жизни, на самом деле, людей, которые занимаются искусством, которые занимаются, ну, в частности, кинематографом, лежит одно простое слово – талант. Либо он есть, либо его нет. Если есть талант, есть все. Если его нету, никакие другие слова и другие достоинства не заменят его отсутствие. Это невероятно, но жизнь запомнилась не какими-то великими фильмами там, а эта жизнь запомнилась счастливейшей дружбой с талантливыми людьми. И вот у нас программа кинематографическая, как бы про кино это все задумывалось, но я бы хотел начать с дружеских отношений с выдающимся совершенно, я могу сказать, что гениальным музыкантом Юрием Башметом. Познакомил нас Никита Сергеевич Михалков, они соседи по даче с Башметом. И познакомились мы так: здрасте, здрасте, до свидания, до свидания. А за здрасте, здрасте и до свидания последовала целая, уже целая жизнь. И вот мне Башмет драгоценен как товарищ, драгоценен. Как товарищ именно в силу того, что, будучи, ну как, я и он-то, наверное, тоже знает, а я-то знаю наверняка, все мы знаем это точно, великий музыкант. Он великий музыкант. Я помню, когда был какой-то скандал в Большом театре, кто-то с кем-то разводился, кто-то еще что-то, тоже вот ушедший уже гениальный художник Левенталь сказал мне: чего они ссорятся? А он тогда был одним из главных художников Большого театра. Он говорит: чего они ссорятся? Послушали бы они всего два аккорда Башмета на альте, и все бы стало ясно. Я шел по коридору и увидел на стене такое, значит, бронзовое изваяние. На нем было написано: руководитель ТРПР, народный артист СССР, Юрий Башмет. Я думаю, ну вот, наконец я увидел солидняк, настоящий солидняк.
за которым действительно понятно, кто это. Я робко постучал в дверь, никто мне не ответил. Я потянул дверь на себя, дверь открылась. За дверью вместо секретаря, вообще мебели красного дерева, так сказать, стоял какой-то старый разбитый канцелярский стол. На нем 4 бутерброда, 2 откусанных, 2 еще не начатых. Вот, бутылка дюшеса. И пианино со снятой верхней крышкой, потому что его начали настраивать, но забыли настроить. Общий размер комнаты народного артиста, вообще там из бронзы сделанного, составляло вот это вот помещение. Там он делал все самое главное. Там он соображал, как жить дальше, что играть дальше. Это потрясающее отсутствие внешних, амбициозных, вообще, так сказать, таких роскошеств, оно так естественно было по отношению к Юре, так естественно, что я даже хотел удивиться, но не удивился, потому что табличка была не его, официальная, наша. Место это, где он работал, было его, его личное место, где существовал его талант. В этом, именно в этом, на мой взгляд, я ничего не утверждаю, но на мой взгляд, именно в этом кроется исток его величия, его человеческого величия. Я, конечно, Юре самому в глаза никогда не скажу: «Юра, в этом кроется исток твоего величия». Мы больше юрничаем, шутим, придуриваемся, а когда-то должен наступить момент того, когда я ему могу сказать: «Юра, это прекрасно». Ваш мед говорит: «Я начинал заниматься во Львове, и там у меня был первый самый педагог, но самый главный педагог. Самый главный. Она мне поставила руку. Она мне поставила пальцы. Самая главная моя, так сказать, вообще такая внутренняя обязанность перед белым светом – это на каждый праздник поздравить своего учителя. Это для меня не просто приятная обязанность, это для меня главная необходимость». Я говорю: «Ну что значит поставила руку?» А мы идем по коридору. У него под мышкой, значит, куча каких-то там документов, партитур, там еще что-то. Он говорит: «Как, что значит, что поставила?» Ну, говорит, вот иди сюда. Мы там чуть-чуть отошли, там стоял какой-то заброшенный стол. Он говорит: «Вот он, иди сюда, вот встань, остановись». Да. Он говорит: «Вот смотри, допустим, ты начинаешь». Я говорю: «Чего я начинаю?» «Начинаешь деятельность вообще, музыкальную деятельность. Тебе очень важно, с чего начать. И вот она тебе должна обязательно вот на этих первых шагах поставить руку, то есть чтобы она у тебя вот стояла всегда правильно. Дальше в нее вкладывается инструмент. Дальше, когда уже вложился инструмент, она тебе должна обучить, с какой нежностью, с какой вообще нужно касаться этих струн, с какой невероятной вообще осторожностью и нужно касаться этих струн. И дальше, как ты стоишь?» Я говорю: «Как я стою?» «Ну вот как ты стоишь, как ты стоишь?» Я говорю: «Как я стою?» «Голову выше». Это мы в коридоре, вокруг идут люди и видят двоих сумасшедших. Два придурка, понимаешь? Один с бумагами, второму, значит, под подбородок пальцем тыкает. И: «Как ты голову держишь? Ты неправильно голову держишь. Ты должен голову держать прямо. Во-первых, плечи. Плечи у тебя, плечи, плечи.
12 часов дня или час дня. Обычный день. Плечи, подбородок, подбородок. Теперь как-то, как я тебе говорил, вернее, как мне учитель говорил, держать нужно скрипку. Так ты держишь скрипку. Вот теперь распрямись весь, да? И у тебя взгляд должен быть чуть наверх. Психопаты. Нас нужно было забрать в Кащенку как можно более быстро. Так, 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 так. Ну, теперь ты можешь... Ну, теперь ты чувствуешь, как тебя посетила вот какая-то сила, которая возносит тебя куда-то наверх с этого места. Юр, я врать тебе не буду. Я не чувствую этого. Юра отошел от меня, значит, на 5 шагов, посмотрел на меня, значит, с воображаемой скрипкой и с воображаемым вдохновением. Так и сказал: ладно, оставим это. Ты, наверное, правильно выбрал профессию режиссуры. Это Пушкин. Вот здесь заложен его стишок, все вы его, наверное, знаете. Даже если кто и не знает, у него будет время стишок этот узнать. Он начинается довольно просто. «Я вас любил, любовь еще быть может», и так далее, эцетера, эцетера. Каждый из вас поднимется сейчас на сцену, сядет на этот стул, назовет себя. Представляться как положено. Фамилия, имя, отчество, статья, срок. Пусть даже так. Потом, не опуская лицо сильно вниз, а наоборот, чуть подняв книжечку глазам, пусть каждая один, два или даже три раза прочитает этот стишок про себя, стараясь понять, о чем в нем говорится. И когда это свершится, то, подняв глаза от страницы, она прочтет все это нам вслух. Всем все ясно? Давайте начнем. Это прекрасно то, что ты меня оставил в режиссерах и не взял в музыканты. Это прекрасно, что ты такой, какой ты есть. Давайте решайте, туда или сюда. Сейчас поезд пойдет. Давайте, идите. Да, вот сюда, присаживайтесь. Садитесь. Присаживайтесь. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Все поняли? Репетировать не будем. Повторяю последний раз. Пускаем поезд. Первый вагон перекрывает Анну. Включаем камеру, команда, начали. Видим колеса второго вагона. Анна крестится. Я кричу: пошла! Одновременно Анна подается корпусом вперед и под рельсы, и бросаем куклу. Анна ложится вот здесь, и там уже как получится до команды стоп. Понятно? Поехали! Поезд, паровоз, пошел! На этом кончился один из уроков музыки, который преподал мне Башмет, и на этом продолжился самый главный великий урок, как, кем бы ты ни был, кем бы ты ни стал, что бы с тобой ни произошло, как нужно оставаться человеком, как нужно помнить добро, которое тебе сделали. Он придумал в свое время, значит, как бы заканчивать каждый год концертом. Слушай, помоги мне, как бы все это посвятим музыке в кино. Ты будешь просто сидеть в зале на микшере и добавлять там тише и громче, а я буду дирижировать. Музыка великая – это медленная часть Малера, которую использовал Висконти в своей великой картине «Смерть в Венеции». Он вдруг стал манить меня рукой, чтобы я к нему подошел, а он дирижирует на это самое. И Юра сказал мне: хочешь продирижировать Малером? Я говорю: как продирижировать Малером? Ну так, так, на тебе вот. Не помню, вот палочку дал или еще что-то какое-то. Так, ну,
Для начала повторяй за мной. Для начала повторяй за мной. А Малер играет. А Висконти продолжается. Да не бойся ты, смелее. Ну опять, ну распрями плечи. Подними голову. И я понимаю, что я дирижирую Малером. Ну, вместе с Юрой, потом Юра опустил руку. И я просто дирижирую Малером. Это... Я не могу сказать, что это счастье. Это какой-то перенос меня в какие-то те сферы, которых я не достиг, когда он показывал мне, как лежит скрипка, как правильно лежит скрипка на руке. Это Башмет. И вот когда закончился этот феноменальный сеанс моего дирижирования, вдруг Башмет говорит: ребят, у нас время вышло, елки-палки. Сереж, я тебя прошу, я тут еще какую штуку придумал. И я попросил Дениса Мацуева, чтобы он протоперствовал под эти немые старые картинки Чаплина. А это же великие малюсенькие сколочки великого кинематографа. Он говорит, я Дениса попросил. Он сказал, что он сделает. А он спросил, что нужно делать. Ну, я ему сказал, ну, что ты сделаешь, то и сделаешь. Ну, как топеры там, тряп-тряп-тряп. Что ты не умеешь, ты умеешь, ты. А это Башмет разговаривает с одним из самых выдающихся музыкантов мира. Короче говоря, он мне говорит, ты домой сейчас мне, он говорит. Я говорю, ну, да, домой. Он говорит, иди домой, и тебе позвонит Денис, если задаст какие-то вопросы, то ты не тушуйся, а как человек, с которым мы вместе все это делали, давай ты ему ответь как-то так толково и все прочее. Я сошел с ума, потому что как это, Денис Мацуев, это все равно, что там... Знаешь, ты иди домой, тебе Федерик Шопен позвонит. У него там могут возникнуть вопросы. Прихожу домой, через несколько минут звонит. Алло, здравствуйте. Мы с вами не очень знакомы, да, но я-то знаю, я тоже знаю, да. Вы знаете, вот Юра попросил меня, но ведь это же великий человек, ну нельзя же просто пробрякать какую-то... значит, все равно что топерское. Нужно как-то по-человечески это сделать, достойно. А я говорю, да я понимаю, да, да. Он говорит, можно я к вам заеду? Я говорю, конечно, можно. У меня тогда был рояль, который сейчас находится у Клименки. У Клименки замечательный, выдающийся оператор, у которого родилась дочь. И на этом рояле дочь Клименки учится играть. И это тоже замечательное совершенно следствие таланта, который не умирает, а который передается. Приезжает Мацуев и говорит, я у Башмета забрал эти кусочки, вот смотрите. Вот он предлагает ляп, и он садится за рояль Мацуев у меня дома. Ляп-л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 яп. Ну, это же лажа. Это же лажа, это ерунда. Смотрите, если здесь сделать так. Ну, это же сердечнее, лучше, значительно, чем то, что там Юра шурканул, так сказать, с широкого плеча. Топер-топер. Дело не топер, дело... Ну, раз уж я за роялем, сижу за роялем, раз уж есть рояль, раз уж есть величайший из великих Чаплин, ну, давайте сделаем как-то по-человечески. Я говорю, да я согласен, мне Юра сказал только ответить на ваши вопросы, если у вас больше
Он говорит, ну, считайте, что вы ответили на мой вопрос, потому что я не буду делать тупого топера, я, значит, постараюсь это сделать. Меня это удивило. Меня страшно удивило, потому что человек, у которого расписано на 5 лет вперед каждая минута, вдруг занялся вопросами, как топерствовать ранним работам Чаплина. Крайне удивило. Он уехал, и я еще, так сказать, в оцепенении сидел у открытого рояля долгое время. Я думал, а как это может быть? Ну вот как это может быть? Ну это действительно. Ну, правда, но все равно, что Шопену поручили там оттоперствовать Чаплина. Как это может быть? Ну, где он возьмет время, где он возьмет это самое? Да опять звонок. Он говорит, вы знаете, мне кажется, что у меня получилось, но я хочу проверить. До Юры дозвониться невозможно, он занят там это самое. Можно я к вам еще раз заеду? Я говорю, конечно. Он заезжает ко мне еще раз и играет под Чаплина божественную комбинацию, божественную фортепианную комбинацию. Кто его просил? Зачем это? Он просто по-товарищески зашел с Юре, к Юре там сказать, здрасте, как ты живешь. Все. Дальше вступил в силу и вступил в свою естественную жизнь. Природный гениальный талант гениального музыканта. Да, тогда я многое очень понял, как устроен подлинный талант. И спасибо вам, ребята, милые, родные. Мы с вами действительно прожили этот век. То есть мы прожили конец прошлого века и начало этого века. Вот. И это, конечно, без вас ничего бы не было. Ничего бы я не сделал, ни хорошего, ни дурного, ни... Надеюсь, дурного я сделал меньше, чем хорошего. Вот. Но огромное вам спасибо. Кроме спасибо, еще у меня надежда на то, что за этим спасибо последует наша дальнейшая общая жизнь в нашем дальнейшем общем времени, которое, конечно, чрезвычайно сложно. Но, тем не менее, главное, наверное, все-таки во всех этих сложностях не забывать жизнь живого человека, одного частного живого человека. Поэтому я, как один частный живой человек, благодарю вас.